Помнить героев. В Одессе заложили памятный камень на месте будущего мемориала погибшим одесским военным. Церемония проходила в рамках Дня защитника Украины, ну а сам памятник обещают установить в течение этого года. Больше расскажет Марьям Эль-Хасан Али. На месте этого камня через время появится мемориал одесситам, которые погибли, защищая целостность Украины на востоке страны. Огромная вертикальная стела с тремя барельефами воинов. Открывали камень матери погибших военных, в их числе и Анжела. 2 года назад война забрала у нее сына Диму. Ему едва исполнилось 20 лет. Пошел служить. Потому что ему не безразлична была судьба нашей страны. Даже когда их повезли в учебный центр, с учебного центра отправили в зону АТО, он решил нам об этом не говорить. Анжела рассказывает, украинцы должны помнить своих героев. Поэтому появление мемориала в Одесской области – значимое событие. Поддерживает ее и этот человек. Сейчас он служит в 28-й бригаде. Позывной волонтер. Свое имя и фамилию мужчина просит не называть. Были ребята погибшие. До сих пор еще есть ребята в плену. И те, кто вообще исчез просто в никуда. Они без вести пропавшие. Об этом нужно помнить именно установкой этого камня и будущим этого памятника. Николай Павлишин – глава Координационного совета общественных организаций ветеранов АТО. Он принимал участие в обсуждении проекта будущего памятника. По его словам, мемориал должен быть внушительных размеров. По размерам будет большой. По размерам будет большой, такой, что можно будет видеть его на всей территории вот нашего парка практически. Памятник обещают установить в течение года. Марьям Эль-Хасан Али, Игорь Казанжи, 7 канал.